Sorry, sorry. Psych. Миром, друзья, с вами снова, как всегда, я, Жабка, вы на моем канале, и это новенький видосик для вас, ребят. У нас тут небольшое событие вышло. В общем, McLaren, коллаборация. Много новых плюшечек, много новых событий, и, конечно же, на это нужны алмазы. У нас вышло новое событие, как минимум, где вы можете получить скинчик на McLaren, скинчик на женского персонажа и многое другое. Плюс также не забывайте, что в ближайшие дни появится событие с башней. На все это нужны алмазы. Ребят, для того, чтобы получить алмазы, вам всего лишь нужно воспользоваться моими партнерами, с которыми я уже давно сотрудничаю. Каждую неделю практически выкладываю и говорю вам, где именно нужно донатить дешевле во Free Fire. А это можно делать при помощи App Gallery. App Gallery, в общем, вот оно. Ребята крутые, постоянно делают новые акции. И вот в честь вот этих новых событий в игре выпустили новую акцию во Free Fire. Ребят, давайте я вам сейчас расскажу подробно. Заходим во Free Fire. Так, раз, ждем, подождите. Free Fire. В общем, что вам нужно сделать и что это вообще за акция? Ну, как минимум, если вы донатите 200 рублей, то вам возвращается 33 рубля. Неплохо так, халява, халява. Давайте дальше. Кэшбэк до 16%, ребят, до 16%. Это довольно-таки неплохой кэшбэк, и он будет действовать до 31 числа. А дальше новые акции, поэтому не забывайте про это. Что нужно делать для того, чтобы пользоваться такими скидками, кэшбэком? И вообще, на самом деле, если кто не знал, то как бы в App Gallery, если что, самые дешевые цены на донат. То есть дешевле, чем Google Play, дешевле, чем Shop Garena, дешевле, чем в App Store. Во всем этом намного дешевле. Окей, что у нас происходит? Вот сама акция, да? Для того, чтобы в ней участвовать, вам нужно всего лишь скачать Free Fire с App Gallery и пользоваться покупками через них. Скачивайте по ссылке в описании App Gallery, Free Fire оттуда и HMS Core. Все вот это вот скачали, теперь вы можете пользоваться спокойно. Получаем 200 рублей и все. Точнее, нет, давай заново. Получаем 33 рубля при том, что вы донатите всего лишь 200 рублей. Халява, халява. Вот такая вот плюшечка, вот такая вот тема, ребят. Поэтому, если вы хотите дешевле донатить во Free Fire, все ссылочки в описании и в комментарии под роликом. Ну а я для вас скоро про новую акцию от App Gallery расскажу. Ждите.